Ничего не видно. Кировчане начали жаловаться на плохое освещение во дворах. Фонарей или нет совсем, или светят очень тускло. Чтобы дойти до дома, люди освещают себе путь ручными фонариками. Погрузился во тьму и Александровский сад. Теперь там можно безопасно гулять только днем. Улица физкультурников. Фонарей нет несколько лет. Как дети идут из гимназии, непонятно. На ощупь. Жители домов на улице Физкультурников просят администрацию обратить внимание на проблему освещения. В такой темноте увидеть что-то у себя под ногами невозможно. Очертания домов можно разглядеть только благодаря свету из окон и фонарю магазина. В администрации сегодня ответили, что во всем виноват ветер. Именно он порвал провода 9 ноября в некоторых районах города, из-за чего пропало освещение. Правда, на улице Физкультурников даже в случае урагана рвать особо нечего. Жильцы говорят, что освещения нет там несколько лет. Видимо, там гуляла другая стихия. Понемногу погрузился и Александровский сад. Без света остались практически все пешеходные дорожки парка. Хорошо освещена только ротонда. Кировчане даже выставляют фотографии для сравнения. Как выглядел парк в прошлом году и в этом. Тут ветер ни при чем. В администрации сказали, что в парке перегорели лампочки. Их пообещали заменить в течение 2 недель.